Приветствую всех рыболовов. Данный видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина fmagazin.ru. И в данном видеообзоре я бы хотел рассказать о силиконовых приманках от компании Hayabusa, которая называется FS306. Hayabusa — это японская компания, производит она силиконы белькера уже достаточно давно. Это все акцентировано на ловлю на море. Интересные и качественные приманки, которые, в принципе, и на нашем рынке уже успели завоевать свою популярность. Конечно, особенно это касается пелькеров, но в принципе и силикон у Hayabusa достаточно хороший, качественный и интересный. А есть несколько серий силиконовых приманок, и допустим вот это вот FS306. Поставляется она у нас в небольшой компактной упаковочке. Это очень удобно, не занимает много места. Поставляется она у нас в количестве 8 штук в упаковке. Это классический у нас zip-пакет. И дальше у нас приманочки находятся в небольшой подложечке, которая закрывается крышкой, что несомненно большой плюс, так как все эти хвостики находятся в выпрямленном состоянии, ничего не мнется, не деформируется при транспортировке. Выглядит сама по себе приманка следующим образом. Это вот такой вот у нас классический слаг, тоненький хвостик с шаровидными такими вот выступами, ребристое тело, где есть ближе к голове и в хвосте два таких более глубоких ребра. Ну, можно на упаковке также увидеть, как выглядит наша приманка более детально. Сам по себе силикон, из которого выполнена приманка, достаточно жесткий, но вот этот хвостик, он мягонький и активно ведет себя в воде. Это достигнуто за счет того, что сам по себе хвостик достаточно тонкий и отлично отзывается на все самые аккуратные, осторожные рывочки и шевеления. Использовать ее можно по классике, по окуню, на микроджиг. Эта приманка отлично подойдет для этих дел. Можно использовать ее и по назначению в ловле ставриды с применением небольших каких-нибудь пелагических джиг-головок различных самых форм. И так, очень интересная приманка. Также трактант у нее есть. Даже видно то, что он остался здесь на крышечке, но его не очень много. Что, конечно же, хорошо, так как руки у тебя не остаются какими-то слизкими. Приобрести приманку можно в интернет-магазине fmagazin.ru. Ссылку на нее оставлю в описании к видео. Также в описании вы найдете промокод FISH2020 на скидку 20%. Но действует он не на все товары. В общем, все подробности в описании к видео. Надеюсь, данный видеообзор вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и до новых видеообзоров.